Роман из Санкт-Петербурга ждет давно. Роман, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Евгений, вот такой вопрос мне интересный к вам. О Владе Листьеве. Вы участвовали в передаче «Битва экстрасенсов» с дочкой Владислава, вот, где был назван заказчик убийства. Расскажите поподробнее. Просто, ну, действительно, это интересно, что такие люди существуют. Насколько чист эксперименты и вообще... Вы знаете, это загадочная история с экстрасенсами. Я не знаю, как они это делают. Ну, были удивительные вещи. То есть это либо фантастическая какая-то подготовка, такая, как обычно вот в этих голливудских боевиках, когда там, ну, просто все вот как-то, ну, невероятно. Либо действительно люди существуют с какими-то вот этими способностями. То есть я был там, ну, поражен в каких-то моментах. То есть реально чистота проекта, да, есть там? Ну, я не знаю. Никаких подставных историй. Ну, я этого я не заметил. Я вот этого не заметил, то есть я был вот, ну, впечатлен. Как они это делают, я не знаю. То есть это либо действительно очень сильно как-то прорабатываются эти вопросы. Потому что у меня подозрение закралось, потому что в день, когда была назначена съемка, у меня образовались, ну, у самого моторы. Я решил отказаться, я говорю, позовите Мукусева. Он охотно пойдет, он знает гораздо лучше Влада Листьева. Моторы — это свои съемки образовались, да, Евгений, да. Работа. Образовалась работа. И они сказали, нет, мы вас будем ждать столько, сколько надо. И меня ждали 7 часов. Вот это меня, вот я так чуть-чуть насторожился. Мне кажется, что какая-то вот готовили что-то под меня. Но действительно фантастические вещи. То есть там так угадывали как-то вот. Ты какие-то новые вещи для себя открыл после этого? Какая-то правда прояснилась? Ну да, нет. Ну, по сути, ты знал сам очень много. Нет, ну там вот я сам собственными руками менял порядок фотографий на такой, там, на шнурке. Нигде никаких камер, зеркал я не видел, и они угадывали. Ну, там на фотографии был вот Влад Листьев, и там одна из фотографий сказала, что этого человека, он был очень знаменитый и любимый, всеми его убили, наверное, это Джон Леннон. Сказал, ну, действительно, очки, действительно, в том же возрасте примерно тоже застрелили. То есть он в другой, конечно, был совершенно отрасли, но, ну, вот эти вещи на меня произвели впечатление, поэтому имя заказчика не прозвучало, сказали, что это человек Михалыч, сказали так. А что это за Михалыч? У нас Михалыч столько в стране, что под это определение... Ты можешь говорить, я пока покажу фотографию. Экстрасенсы, вот битва экстрасенсов, это правда или неправда? Я отвечаю, да, это правда. И если 10 раз ко мне не подойдут, то день прошел зазря. Ну, Марат, в 11-й раз я вас мучить не буду. Мы просто возьмем и проверим ваших героев. Нету. Ну, чтобы вы сделали это, как было в битве. Вы там нашли с первого раза. Дошли к машине. Оп. Я знал, в какой машине. Мышь. Лучше сказать. Ну, то есть, в принципе, как в битве. Это. Конечно. Это будет очень классно. Говорю. А мы не этим колдунам верим, нет. Мы верим Марату Башарову. Ну, пусть верит. Мы верим профессору Виноградову. Мы верим этим братьям-фокусникам. Мы верим известным лицам. Вы придаете достоверность этому шоу. Они вам верят. Ну, дураки. Я же говорю, дураки. То есть вам верить не нужно? Абсолютно. Вы что? А я что, экстрасенс? Если я играю в кино, играю какую-то роль, ну что ж теперь, играю какого-то негодяя. Добрый день, друзья и недруги. Да, вынужден признаться, меня действительно развели. В битве экстрасенсов меня просто поимели. Это, в общем, обидно и с профессиональной точки зрения, прежде всего. Единственное, чем я могу оправдаться, это вот своей верой в чудеса. Хочется верить, что есть что-то такое, о чем мы не знаем. Что-то такое потустороннее. Ну и вообще, в принципе, я доверчивый человек, подрывался на этом многократно. Хотя должен был что-то заподозрить, потому что вот на тот день, на который была назначена съемка этого выпуска «Битвы экстрасенсов» про Владислава Листьева, там имелось в виду, что экстрасенсы установили контакт с его духом. Да, понимаю. Конечно, как сейчас это звучит. Да, ну вот на этот день у меня образовалась работа, у меня у самого было запланировано интервью. Тогда я работал на канале «Москва-24», и я позвонил коллегам с ТНТ, сказал, что, знаете, вот у меня не получится, лучше пригласить Володю Мукусева, тем более, что он гораздо лучше знал
Листьев Влад писал диплом по его Мукусевой работе. Они ходили друг к другу в гости, работали вместе. Ну, в общем, он знает в 1000 раз больше про Влада, чем я, который очень показательно с ним пересекался. И в программе «Взгляд» я никогда штат не работал. Он провел там несколько, там, десяток выпусков в качестве так называемого гест-стар. И мне сказали, что нет, мы будем ждать вас. Там было как-то на день назначена съемка, они меня ждали до позднего вечера, пока я не освободился. В принципе, должно было меня это напрячь. Просто потому, что они готовили. Готовили досье на меня, готовили профайл на меня, обработку. Именно меня готовили в этом контексте. И там были действительно вещи, я могу сказать, что это просто как следственная бригада огромная проработала. Просто следственному комитету надо было поучиться у коллег с ТНТ. Нет, серьезно. То есть они разузнали такие вещи. Там был эпизод, когда как бы Влад Листьев просит меня передать привет моей дочери. Я был совершенно изумлен, потому что я забыл, что я их знакомил. Мне это абсолютно выпало из головы, потому что это было, бог знает когда. В самом начале 90-х. 91-й год, по-моему, да. Я действительно приводил Аллу на один из советов директоров телекомпании «ВИТ», и они с Владом там общались. Я повторю, об этом эпизоде забыл. Я даже во время съемок вот «Битвы экстрасенсов», там, когда был перерыв, кстати, там участвовали в этой программе я и дочь Владислава. Да. И я позвонил своей дочери. Я говорю, Алла, вот, а ты разве была знакома с Владом? И она говорит, ну, конечно. И напомнила мне вот детали этого визита в Останкино и свой разговор с Мешком. Она рассказывала, как Влад говорил, что у тебя родитель твой такой мудила, ненадежный, выпивающий, бла-бла-бла, что, в общем, если что-то надо, я тебе помогу, устрою на работу и так далее. Я этого или не знал, или забыл. Они, я имею в виду тех людей, которые готовили этот выпуск, они это где-то разузнали, точно не у Аллы. Она бы не ставила меня так плакать. Вот. То есть я повторю, что они так работают. На меня это произвело впечатление. Вот этот эпизод меня совершенно убедил, что что-то вообще такое есть. Да, вот стыжусь сейчас, но повторю, всегда хочется верить в нечто такое потустороннее. Ну, мне во всяком случае. Лучшая работа в мире! Лучшая работа в мире!